Аттестационно-экзаменационный отдел Первоуральска переходит на режим работы по предварительной записи. Чтобы зарегистрировать транспорт или получить водительское удостоверение, необходимо предварительно записаться через портал госуслуг. В регионе не планируют возвращать QR-коды. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков. По его словам, это связано с отличиями омикрон-штамма от других видов COVID-19. После перенесенного заболевания устойчивый иммунитет не вырабатывается. Свердловскую область посетили более 1,5 миллиона туристов в 2021 году. К 2035-му количество туристов планируют увеличить до 5 миллионов человек в год. Для этого региональные власти будут развивать существующие турмаршруты, разрабатывать новые и сотрудничать с другими регионами. Первоуральцы показали высокие результаты на чемпионате по смешанным боевым искусствам. В соревнованиях приняли участие 263 спортсмена из 14 регионов Российской Федерации. Первые места в различных весовых и возрастных категориях завоевали первоуральские спортсмены Максим Подобин, Тимофей Захаров, Матвей Дьяченко и Александр Дерябин.